Сегодня начался рабочий визит в Татарстан официальной делегации Туркменистана, сопровождающей президента Курбангулы Бердымухамедова. Как сообщает портал Кабинета министров, поездка проходит в рамках рабочего визита туркменского лидера в Россию. Гостей встречали этим утром в аэропорту Казани министр во главе с премьером Ильдаром Халиковым. В сегодняшнем графике значится посещение КАМАЗа и вертолетного завода. Прибытие самого президента Туркменистана ждут сегодня поздним вечером.